Общеупотребительное выражение «творческий путь» есть следствие естественной потребности обозреть созданное любым художником в целом, в совокупности и в отношениях, линиях между отдельными произведениями, но также и между отдельными художниками. Само собой понятно, что эти линии, образующие траекторию и пути, не существуют в момент совершения каждого отдельного шага. Так вот, при таком рассмотрении отдельных произведений и периодов под знаком целого, в творчестве Перова, в последовательности чередований, группировок и соседств одних произведений и периодов относительно других, вдруг проступает удивительная концептуальная логика. Например, отношение полярности между сугубо положительной настроенностью жанра 1870-х годов и сугубо критической направленностью жанра предшествующего десятилетия. Эта полярность приобретает характер программных манифестаций в случаях противоположности сходного. Такова перекличка обладающих непреложностью математической формулы триадических композиций в картине «Тройка», являющейся безусловной кульминацией критического пафоса 1860-х годов, с открывающей 1870-е годы картиной «Охотники на привале», где снова триада фигур, в которой воплощен слегка анекдотического свойства житейский юмор, разлитый во всех жанровых сценах Перова 1870-х годов. Причем смена вех имеет здесь такой же принципиальный характер переворачивания на противоположные всех тезисов предшествующего периода, как то было прежде в проводах покойника относительно ранних произведений, или подобно тому, как в конце десятилетия бессобытийность последнего кабака у заставы противопоставлена повествовательной детализации сельского крестного хода, открывающего 1860-е годы. Попадающий точно на рубеж десятилетий сдвиг в сторону положительных явлений находит свое выражение сразу в двух направлениях. Одно – смена жанрового сюжета, переход к изображению отрадных сторон человеческого жития, бытия. Второе – возрастание опять-таки с самого начала 1870-х годов роли портрета. Портрет переводит объектив зрения с безотрадных жизненных обстоятельств на личность, способную, претерпевая, выстрадать, отразить и преодолеть гнет этих обстоятельств. То есть, независимо от того, как именно в конце концов будет показана эта личность, симптомом настроенности художественного внимания на положительное в жизни является сам факт возросшей значительности портрета в общем объеме художественных интересов. Но может быть, еще более поразительным воплощением этой в своем роде математической логики является то, что вблизи рубежа 1860-1870-х годов, но еще в пределах десятилетия, где определенную роль играет жанр, Перов создает два портрета, являющиеся в буквальном смысле портретами в пределах жанра, изображающие не индивидуальные характеры, но персонажей
характеризующих определенные, сформировавшие их жизненные обстоятельства, то есть таких персонажей, которые называют типы. Первый из них – Фомушка Сыч, с подозрительно неодобрительной физиономической гримасой, может служить олицетворением критической позиции, как бы двойником художника, написавшего под именем Перова известные жанровые картины 1860-х годов. И, кстати, написанный спустя 2 года, автопортрет враждебно хмурым выражением определенно напоминает Фомушку Сыча. Тогда как следующий странник уже как бы обращен и приветствует Перова 1870-х годов. Он свободен от обусловленности только теми обстоятельствами, которые заставляют нахохлиться, нахмуриться, ведь странник именно тот, кто странствует, не будучи привязан к определенному окружению. Именно в аспекте такого более спокойного и благорасположенного взгляда пытается изобразить мир Перов в 1870-е годы. К этому необходимо добавить, что как раз с начала 1870-х годов именно такая настроенность художественной оптики становится общей для русского искусства в целом. Итак, художник, оторвавшись от критической злободневности, отправляется в свободное странствие. Но знаменательно, что по жанру это любопытствующее путешествие вдоль житейских пристаней, образуемых мирными радостями обычного досужества, которыми человек утешается поперек жизненных невзгод, осуществляя непреложное, привычка свыше нам дана, замена счастью она. Ну и портреты Перова в облике моделей, костюме, деталях окружения воссоздают ту же самую неброскую, привычную, несколько скучноватую, прозаическую житейскую среду. Они принципиально одомашнены, интерьерны. В них разлита уютная тихость. Александр Островский с добродушно ясным взором, светло-серый глаз, в теплом халате, спокойно доверительно, но без аффектации любопытства или особенной заинтересованности, склонившийся в сторону зрителя, увиденный как бы в приятельском кругу. Владимир Даль, опять-таки по-домашнему, удобно и надолго устроившийся, как в нише, в глубоком кресле, как-то особенно надежно огражденный от внешнего мира мягкими боковыми выступами, прилегающими к спинке.
Пожалуй, лишь в одном из портретов 1870-х годов присутствует нечто похожее на пафос. Это портрет купца Ивана Степановича Камынина. Акцентированная статика фронтальной позы, отчетливая композиционная симметрия, фиксирующая внимание как раз на асимметрии лица с как будто не мигающими глазами и вопросительно испытующим, устремленным на должника взглядом неумолимого кредитора. Камынин на портрете Перова изображен именно в статусе своего рода почитаемого, едва ли не иконного образа, в роли основателя купеческого дома, словно бы претендующий быть в центре семейного портретного иконостаса. Это особый сорт парадного портрета, однако же и здесь утвердительный пафос этого портрета связан с представлением о благоденствии дома, с неприходящими ценностями устойчивого традиционного бытового уклада. Конечно, у Перова и в этом случае получилась концептуальная формула – образ олицетворения частнособственнического инстинкта с присущим самой его природе свойством бестрепетности, граничащей с душевной черствостью. Но здесь свойство это предстает вовсе не в плане критически обличительном, как то было в предшествующем десятилетии, но опять-таки в форме положительной, объективной констатации истины фактического обстояния дел. Оно, это качество бестрепетной твердости, совершенно того же рода необходимость, диктуемая инстинктом самосохранения, как неколебимость воина в битве, относимая к необходимым атрибутам воинской доблести. Только вот сугубо и принципиально интерьерные. Домашний масштаб этой самой доблести в сущности чужд самому понятию пафоса. Получается нечто вроде парадокса – беспафосного пафоса. Начиная с портрета Островского, многие портреты создавались по заказу Третьякова, и в самих избираемых для портретирования лицах самой этой избирательности уже заключалась программа, которая просилась быть перенесенной на характеристику этих лиц, показать в них облеченных общественным авторитетом властителей дум, так сказать, власть имущих. Именно так, в таком образе изображал своих современников Толстого, Салтыкова-Щедрина, Некрасова, того же Третьякова, по тем же заказам Третьякова, Иван Крамской. Это несколько абстрактный, отличенный от всего будничного серьезности жрецов общественного блага, какими представляются герои портрета Крамского. В портретах Перова противостоит сниженно-будничная, беспафосная, даже паразитически скучноватая интонация. Как будто бы единственным исключением, противоречащим этой концепции, является самый знаменитый из портретов Перова – портрет Достоевского. Однако эта исключительность в большей мере кажущаяся.
Она есть следствие обратной проекции на перовский портрет той экстраординарной репутации, которую Достоевский приобрел в глазах последующих поколений, то есть результатом вчитывания в этот портрет тех мучений мысли, которые учитываются в произведениях писателя. Между тем, согласно мемуарным свидетельствам, такая поза с замкнутыми на коленях пальцами, в положении нога на ногу, с поникшими плечами и взглядом, ушедшим в себя, была позой, свойственной Достоевскому в обычные минуты задумчивости. Это было житейски похоже, не более того. Но именно этот портрет дает повод отметить немаловажную особенность портретного и вообще изобразительного метода Перова, как и его коллег, реалистов 1870-х годов. Если нам, например, будет предложено сыграть пластический этюд, изобразив тягостное раздумие, то мы, не зная портрета Достоевского, скорее всего, примем эту самую позу, выражающую замкнутость, отъединенность, отягоченность, согбенность, остановившийся взгляд в себя. Это своего рода пластический иероглиф «думание думы», который однозначно прочитывается всегда и везде. Он располагается в области пантомимических экспрессий, которыми мы оповещаем окружающих о своем самочувствии до, вне и помимо всякой живописи. Особенность изобразительного метода, о котором идет речь, состоит в том, что портретная характеристика у Перова творится и сосредоточена исключительно в этом слое изображения. Она существует, срежиссирована и поставлена как пантомимический этюд. Она, эта портретная характеристика, готова в натуре до того, как художник взял в руки кисть. Живопись, живописное искусство при таком обороте тела оказывается как бы не удел. Иначе сказать, такой метод не поощряет живописной изобретательности, так как для созидания портретной характеристики ее и не требуется.